Картель Аламей, стоковый Эмиль Первый. Дружище, а перед просмотром сия сражения я рекомендую оформить подписку на канал, ведь следующий наш рубеж в 20 тысяч статистов, который мы обязательно преодолеем. А после этого боя я задумался о новой рубрике про раков рандома, ведь то, как действовала вражеская команда, не поддается логике. Наш боец на стоковом танке умудряется настреливать, но это и не удивительно, достаточно посмотреть на действия Са 6-го. Далее индивидуум на ВК, который просто не хочет замечать нашего шведа, подставляя как можно удобнее серые зоны. Безусловно, это нубка евросервера, но, друзья, мне кажется, что человек, обладающий хоть какой-то логикой, не будет совершать действия, подобные герои на ВК. Объяснение действиям красной команды у меня только одно. Либо за танком сидит ребенок, которому дали в руки телефон, либо алкаш, накативший очередной стопарь самогонки. Я буквально не могу описать то, как наш боец на стоковом Эмиль-1 умудрился затащить данную катку, оставшись при этом 2 в 6.